Всем привет, друзья мои! Мы находимся на кладбище. Смотрите, какая красота здесь. Высоко в горах. Эндер так помог убрать. Вот такая была у нас оградка. Сейчас такая чистенькая, но это не наша. Не буду показывать вам. Смотрите, какая красота вокруг. Боже мой! Это Грузия, Аджария! Какая красота! Самолет где-то летит. Друзья мои, это было последнее мое дело в Грузии, в Батуми. Прийти на кладбище, почистить его, убрать. И сейчас можно свободно ехать в путь. Мою любимую Турцию! Мерси! Мой ашким. Бегендин мой ашким бурасы. Как ему понравилось? Бабуль. Да, бабуля. Спасибо, милая. Это подожди, одну мне оставь и одну Кате. Вот такие мы. Наработались, идем домой. И раз. Моя мамулечка. Не любит сниматься, в таком состоянии снимает. Все замечает, моя красавица. Чё, как нам повезло с погодой. Солнце зашло, и мы спустились такой длинный путь. К сожалению, туда поехали на такси, а обратно такси нет. Так что вот спустились мы уже у цели. Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкыма своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристо. Какие вот дела у нас. Мы так активно с мужем ходим везде. Сейчас мы находимся возле автовокзала. Здесь мы сходили на базар, посмотрели. Мы что-то ищем для друга, но не можем подобрать размер для большого друга. Сейчас хотим зайти на базар. Может, там что-нибудь вкусное. Мы не знаем, что ему подарок подарить. Это какая сложная. Кому оставили птичек? Он так жалуется, что они ему все обосрали. Говорит, быстрее заряжайте, ничего не хочу, вы для меня подарок. Вот идем с Сашкой. С кладбища на базар. Наш базар. Вот такой базар у нас в Батуми. Думаю, все ему покажу. А знаете, что я купила? Смотрите, хочу. Смотрите, купила, значит, я турбирас с малину, бруснику или как ее за голубику. И смородинку. Вот такие вот дела. И подарочки тоже подружечкам взяли. Взяла там сунели-мунели. Вот, мои дорогие, вот так вот путешествуем с ним. Ходим целыми днями. И подарки собираем. Вот такая я деловая. Мед посмотрели. Вот в старом районе. Мы с мужем сейчас гуляем. Столько нагуляли. Смотрите, какие фрукты купили красивые. Все перемешалось. Идем. В турецком районе хотели покушать шаурму, но знаете что, людей нет, и мне что-то оно не понравилось вообще. Вот у нас есть возле нашего дома шаурма, вот там вот людей полно, и мы туда идем. Тут еще что-то есть. Где-то в этом районе цель должно быть. Старый Бату. А дашки бурят. Туристов много, так здорово. Мы почувствовали себя с мужем туристами. Заведений очень много. Открыто новых таких интересных дизайнов. Вообще очень старый Батуми район. Видите, как красиво, да? Тут
ремонтировать, наверное, пока еще не открыли. Ой, а здесь какашкин баксы на кадар гюзей лампа. Массаж. Тайский массаж. Эвет вар, тай массаж вар. Вы видите? Мой муж захотел тайский массаж. Вот это наша хрень. Церковь. Надо зайти свечки мне. Зажечь. Очень красивый вид вокруг Батуми. Мой любимый Батумик. В общем, я моего мужа везде повела, можно так сказать. Все показала, что это. Только рыбный ресторан мы не дошли. Такие богатые там все. Богатые люди. Классная гостиница. Ресторан. Интересные люди. И вот мы ашкаем на пьяце. Была я в церкви, поставила свечки. Благодарю Боженька за все. Последние денечки мы с мужем все успели. А еще столько много друзей, которые хотят со мной встретиться и обижаются, что я не нахожу времени. Вот видите сами, насколько мне не хватает времени. Тут Стэна устраивает вечерами концерты. Красиво. Города до Гюзелисинчика. Она хэпайна, да? Мы в кафешке. Шаурму будем кушать с курицы, конечно. Посмотрим, какая на вкус. Смотрите, какая. Это маленькая порция. С моими новыми зубками. Nasıl sana büyüdün mü? Ben evde de aynı yapıyorum. Hatırlıyor musun beni? Kurisi. Смотрим на технику. Учбин. Это в Некадарше, где 3000 лари. Еще со скидками. Каблусус кулаклык Некадарашкин бу. Каблусус. Каблусус дельме. 200, ну почти $100. Кибинеры. Вот. Какие красивые цвета. Злится, что нет автоматических дверей. Несмотря на то, что погода отвратительная эти дни, ливень такой и льет. Как из-под ведра. Людей полно на улице. Дай Бог, чтобы завтра у нас была хорошая погода. Чтобы мои детки не намокли. Такие центры в Батуми появились. Так приятно. Большой супермаркет. Второй этаж. Эскалатор. Вот. И куча мелких магазинов. Посмотрим, что здесь за бренды. Ой, парфюмом пахнет вкусно. Умные часы.
потому что все сюда заходят, 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 и мы тоже захотели посмотреть Корсо, Италия. Будут здесь турецкие сладости, наши родные, 30 лир килограмм. Ну, спасибо, смотрим там. Какая красота. Это турецкие же, правильно? Турецкие. 80 лир килограмм. Красотища. А, спасибо. Эти дают даже, предлагают. Угу. Очень вкусно. Какие классные кошашки. Чок бегенды, вот узбешлари. Дерево, сураджан. Дерево сазу. Ама чок бегенды, истюрум более. Аладжамщики. Что я могу сказать вам, друзья мои? Ходим просто так. Платье детское, у моих внучек есть вот такое. Им купила бабушка в том году, другая бабушка. 75 лари стоит. Это получается 750 лар. 750 лир, простите. Все время путаю эти лары. Лир. Мы хотим, сможем посмотреть, что на четвертом этаже. Витамин натурал, витамины, пищевые добавки. Зашли в парфюмерный магазин, я там растворилась в запахах. Вот эти вот такой центрик. Интересная вещь. Как решили? А, ну тут в основном, наверное, игральная зона. Игровая, да? Вот. Вот так вот выглядит. Куда я привела своего мужа? Вот цветочки. Ему очень понравилась жвачка. Да? Жвачка, Гюзель. Туристов очень много. Конечно, люди приехали, хотят погулять. Ни сон, ни дождь их, ни ненастная погода. Никому не помеха. Идем мы дальше. Море сегодня беспокойное. Посмотрите, как испортило набережную. Большие волны. Вот, я вам рассказывала, что это сейчас мы подошли к аквапарку. Так вот он выглядит. Но пока не функционирует, как вы видите. Конечно, такие погоды. Кто придет? Я точно не приду. Волны. А? Баксы на Кадар Дагу. Талга. Какую красоту я привела своего Ашкина. Посмотрите, Дон Бульвар. Вот сейчас я сняла деду. Какая красота. Лет 8-10 назад здесь было болото. Сейчас не дорога. Море сегодня беспокойное. Немножко поснимаю вам и этот торговый центр. Тут я видела испанский магазин Фактор, турецкий Дефакто, смотрите, турецкие бренды Вайкики. Это что-то интересное. Вот испанский, мужская обувь там с подрели 350. Я потеряла мужа своего. А вот он на той стороне. На той стороне сейчас будет искать меня. О, Туста Донор. 22 лари стоит. Смотрите цены. Вот такие цены, мы такие сытые, что не хотим больше ничего.
мороженое. И мы спускаемся. Турецкие сладости, смотрите, 80 лир килограмм. Пошли, Ашкин. Ну вот и все, все обошли, все походили. Теперь можно и продолжить наш путь. С мужем пришли такие голодные, покажу, что мы кушаем здесь. Смотрите, у меня мерджиник суп, а вчера я купила килограмм крылышек, килограмм вот таких ляшек. Килограмм ляшек стоит 17 лир, а каждая крылышка. Такие цены я вам сейчас покажу, друзья мои. Вот крылышко. Смотрите. Вот такое крылышко. Лар 50. Вот видите. Вот здесь мама приготовила картошечку с лучком жареным. Вот. Ну, а здесь салатик. Салатик. Сейчас зелень добавлю и все. Огурчики мамы. Вот так мы будем кушать.